Всем мое почтение, друзья. И сегодня 3 мая 2022 года появилась информация, что Российская Федерация приостанавливает договора об упрощенном получении виз с Европейским Союзом, в частности, с такими странами, как Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария. Список этих стран может увеличиваться, заявили в Министерстве иностранных дел. И вот я хотел бы поинтересоваться у вас, по какой стране больше всего ударит вот эта отмена упрощенной системы получения виз? По России или по странам Европейского Союза? Я лично считаю, что по большей части ударит по самой России. А вы вот как считаете? И через какое время Россия даст заднюю в этом вопросе? Вот напишите в комментариях ваши предположения. Будет интересно почитать, что мы думаем все по этому вопросу.